Всем здорово, с вами Рувия, и наконец-то эта игра The End is Night. Реально офигенная игра, она мне лично зашла, не знаю почему многим из вас она не понравилась, ребят, но мне она реально очень сильно зашла. Возможно, каждому из вас стоит ее хотя бы полностью один видосик посмотреть и понять хотя бы, что тут происходит, а тогда делать выводы. Она реально очень интересная. Ну что, как вы помните, в прошлом видео мы закончили именно на первой части этой игрушечки, а теперь мы находимся... Где я был? Что это за... Что происходит? Что происходит? Стоп. Я вот тут понял, я вот внизу, все понял, ребят, я догоняю. Так вот, в первой части этой игры, видосики в первом, мы прошли первую карту. Теперь проходим вторую, и тут уже какие-то существа, и это уже интересно, это уже очень интересно, и сейчас нужно как-то выживать. Но пока на самом деле легко. А как нам наверх запрыгнуть? Подождите. Как это сделать? Стоп, ребят, как запрыгнуть наверх? Кто-то в курсе? А может быть они существа, на которых можно прыгать? Нельзя. А может, можно наверх залезть? Так нельзя, вот в чем прикол. А-а-а, вы поняли, ребят? Ай-яй-яй, вы понимаете, да? Она, получается, до стены дотрагиваешься, и она начинает вот таким образом спускаться. Смотрите, вот так вот мы делаем. Теперь ползем вверх, и, ребят, прыжок. Прыжок хорош. Просто, ребят, очень классно. И, в общем, вот игра, понимаете, она вроде бы легкая, но она, очевидно, очень интересная. Да, ух ты, блин, а тут довольно сложно, на самом деле. Так, раз, два, ой-ой-ой, да, хорошо. Довольно высокие тут вот эти подъемчики, фиг допрыгнешь, на самом деле. Нужно подождать тайминга. Ой, не подождал, вот тут реально его не подождал. Так, давай, хорош. Да как я упал, я нечаянно. Я это сделал не специально, ребят, так нечестно. Воу-воу, все. Я готов, ребят, я готов, полетели. Раз, тайминг. Давай, хорош. Наверх. Нет, и ребят, нужно по той фигне, которая падает, залезать, вы серьезно? Это ж потно. Так нечестно. Видите, вот она падает, нужно как-то через нее. Ребят, это сложно. Ну быстрее отползает меня. Гад. Все, ребят, я понял. Раз, два. Так, смотрите, нам нужно поймать тайминг. Правильно, тайминг это вроде бы легко. Ну как легко, нужно его поймать. Мы прыгаем раз, прыгаем два. Цепляем эту фигню, падаем на нее, перепрыгиваем сюда и вверх. Просто, ребят, затащили. Ой, что тут делать? Я уже на самом деле запутался немного. Что это за гигант? Кто он такой? Кто это? А что если я дотронусь до него? Он жирный. Он большой. Ладно, ребят, английский я не понимаю, по идее я его не пойму, потому что говорил уже английском, я не шарю. Нам нужно залезть... О, не трогайте меня, я маленький-маленький, никого не трогаю. Так, нам нужно допрыгнуть именно на эту штуку, которая падает. Ай, стоп! Блин, ребят, это сложно. Слушайте, если мы упадем на нее и сейчас просто поднимемся наверх, что думаете, это ж легко. Так, ой-ой-ой! Ага. Слушайте, ну это сложно. Это реально сложно. Я не могу этого сделать. Так, ждем опять же тайминга, как в этой игре, я так понимаю, тайминги реально решают. Так, раз, два, прыгай! Ух ты, блин, сложно, капец! Так, а если вот так вот мы сделаем, потом она поднимается, я прыгаю вверх и влево. Смотрите, вверх вот таким образом, и влево, и вверх. Опа, ребят, мы это сделали. Это было довольно сложно на самом деле. О, ой, ой-ой-ой. Так, пошли вперед. Так, ребят, гол с первой попытки. Что это, куда, куда нам, нам куда? Ты какого черта прыгаешь на низ? А как она наверх? Подождите, стоп. Вопрос номер один. Как же нам залезть? Как, каким образом это нужно сделать? Я начинаю понимать. А если я вот так вот пробегу? Ага, слушайте. Я начинаю понимать. Ведь эту фигню слева, нам за нее нужно зацепиться как-то, или же не надо. Слушайте, ну это на самом деле сложно. Так, падаем, ребят, вот таким образом. И цепляемся. Ой, хорош. Так, прыжок наверх. Ты же наверх сейчас будешь подниматься, да? Хорош. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блин, ребят, нужно ловить жесткий тайминг. На самом деле, это реально сложно. Так, еще разок. Давай, вот сюда вот. Опа. Ой, на низ. Так. Почти разбились. Так, теперь мы прыгаем вверх. Теперь мы сейчас должны вот так... Ты чё меня раздавила? Ага, блин, ребят, это реально сложно. Ну, игра реально, вот в этом весь интерес этой игры. Это сложность. Это много смертей в одной каточке. Это реально очень интересно. Так, мы сейчас, получается, прыгаем так вверх и в лес. О, да. Стоп. Опа. Опа. Так, подожди. А, вот сюда вот. И вот так вот, да? Все, прошли. Ребята, это было... Что это? Ух ты. Уии.
Ага, можно распрыгиваться. Уи. Так, так, хорош. Распрыгивай. Не, я все, я понял. Там так сильно распрыгиваться не стоит. Падаем вот сюда вот и прыжок. Так, стоп, раз, два, три, прыжок. Он разбивается. Это сложно. Так, еще раз. Раз, два. Так, не-не-не, сейчас, раз. Да блин, как это сделать? Нужно поймать какой-то лютый тайминг опять же. Да, короче, все, я понял. Раз, два. Ты что делаешь? Так, еще раз. Еще раз. Так, раз, два, прыжок. Прыжок. Хорош. Давай отсюда. Раз, два, прыжок. Оба, прошли, ребят. Вот это было нелегко. Капец, каждый левел это... Ой, блин, так. Прыгаем, ребят, распрыжечка, распрыжечка. И прыжок! Куда ты полетел, брат? Так, нужно опять же следить полностью за ходом игры. Во-первых, управление, ребят, не идеальное. Во-вторых, оно опять же не идеальное. Так, я понял. Раз, два, не-не-не-не. Опа, хорош. Нифига себе. Куда? Куда? Так, стоп, куда нам нужно? Ага. Вот так, да? Слушайте, опа. Все, я начинаю догонять, ребят. Это изи, смотрите. Изи просто раз. Сейчас. Опа. Просто, ребят, изи. Так, что, опять же пружинка. Нам нужно как-то долететь. Капец, тут много этой фигни. Она меня... Ой-ой-ой-ой. Ой, аккуратно. Опа. Так. Опа. Ползем. Ой, куда ты упал? Окей, раз, два. Ой, ползем. Меня не трогайте. Опа! Нет! Так, опа! Присел! Хорош! Так, прыжок! Опа! Куда нам дальше? Дальше куда? А, понял! Прыжок! Нифигово! Вау! Вау, ребят! Уху! Что вы делаете? Извращенцы! Остановитесь! Отстаньте! А! Присядь! Пошел! Вперед! Я ж почти прошел! Это было очень рядом, очень близко. Так. Все, собрались. Прыгай! Так, ребят, нужно опять же. Уверенно, с первой попыточки, все, пройти. Мне кажется, так как с первого раза у нас получилось, было уже не получится, потому что то было что-то сильно изи, да? Так, вот так вот мы делаем, ждем тайминга, вот мы его подождали. Так, вот сейчас мы ждем, получается, тайминга, прыгаем. Так, нет, вот тут ждем тайминга, вот тут тайминг, да? Прыгаем, вот так вот позже прыгаем. Блин, ладно, ребята, гоу сразу. Сразу, опа, хорош. Блин, как это пройти? Это нереально. Ай. Так. Давай, тайминг. Хорош. Ну, финиш! Да, я это сделал. Кто это, панда? Ядрич, что тут делаешь? Ты кто? Ой. А, она меня убивает? Грёбаная панда. И куда дальше? Может, от нее можно... От нее можно отпрыгивать или как? Что можно с ней делать? Я могу от нее как-то отпрыгивать? Опа, не вы видели, что она творит? Вы видели, что она творит? А куда нам, наверх нужно или как? Смотрите. Получается, я по ней прыгаю или как? Слушайте, я немножко не понимаю на самом деле. Вот нужно как-то вот так на ней распрыгаться. Вот так мы распрыгиваемся. И вот так вот, да? И вот сюда вот. Заработало. Нифигово. Опять панда? У вас много? Панды, не трожьте меня. У вас сильно много. Ой. Прыгай. Хорош. Давай. Блин, ребята, это реально сложно. Вот уже игра стала гораздо интереснее. Чем дальше, тем реально интересней. Панда? Или кто-то, не знает, ты вот что-то злое, наверное. Давай, опа, хорош. Так, куда ты? Да, я вас шатал. Остановитесь, друзья. Давай. Блин. Ребят, я не могу... Ух ты, я видели, я почти его забрал. А давайте еще раз, слушайте. Ладно, забили. Так. Да как тобой воспользоваться? У вас сильно тут много! Вы что делаете? Я залез. Ух. Что это такое? Ой. Так, раз, побежали. Шук. Хорош. Побежали. А! Чук. Блин, как это сделать? Слушайте, нам нужно, получится, вот сюда вот пролезть, как-то проползти. Вот таким образом, быстренько на шифте, да? А тут куда? Блин. Это сложно. Так, я вот так вот сползаю, и вот тут на шифте держусь, да? Нет, не получается. Как нам это сделать? Стоп. Нужно подумать логически. Смотрите, я вот тут падаю, проползаю на шифте. А дальше... Ух ты, а дальше я не знаю. Го, наверное, импровизация, короче. Так, хорош. Вот тут, по идее, можно посидеть еще немного, да? А нет, нельзя! Так.
А, был, видели, видели, был момент, видели, был момент. Вот тут, был момент, я понял, все, ребят, момент был. Все, я нужно просто поймать тайминг, так. Так. Все, ребят, я догоняю, Пошли. Там можно было просто проползти, да? Да, остановитесь. Так, хорош. Пошел. Там нереально. Чё он убивается? Он постоянно убивается. Этот грёбаная черная клякса. Вот тут нужно сидеть. Или не надо. Так, хорош. Все, ребят, я все продумал, я все понял. Не получилось спрятаться, да, видели? Я пытался спрятаться, но никак не получилось. Все, вот пошел. Ну, черт, что ты не прыгаешь. А-а-а. Так, еще раз собрались. Да. Так. Попытка номер 1 277 000 000. Идем дальше. Опа. Так, идем сюда. Да, так. Как нам нужно как поймать тайминг, ребят? Нужно проследить за этим делом. Он ползет вправо. Наверное, прямо сейчас, да? Вот прямо сейчас. Все, пошли, прямо сейчас. Да я не успеваю прямо сейчас. Так, следующий прыжок мы идем. Следующий. Вот сейчас мы идем. Да, идем. Нет, не успел уже. Вот сейчас идем. Бежим, прям ползем. Давай. Да. Прошли. Как я это сделал? Так, прыжок. Трамплин. Распрыжечка. Хорош. Ой. Так, опа. Так. Опа. Ой. Ой, вот сейчас чувствую, начнутся сливы. Сливы просто. Сливы, там, абрикосы, персики, яблоки. Сейчас все начнется. Так. Опа. Да. Все, ребят, я понимаю, что я допускаю ошибки, ребят, но это нереально их не допустить, когда ты сосредоточен на игре так настолько сильно. Так, аккуратно. Вот тут, получается, мы перепрыгиваем. Так, аккуратненько. Так, еще раз. Давай. Хорош. И ждем. Прыжок. Отлично. Прыжок. Мы почти это сделали. Давай, ты смог. Прыжок. Ядрить. Как так? Я почти это сделал. А как нам допрыгнуть? Вот так. Опа. Блин, мы почти это сделали. Не нужно было, наверное, спешить, да? Хотя Хосе там вроде нормально все делал. Так. Еще разок. Напряглись. Прыжок. Да. Еще раз. Так. Опа. Так, теперь сюда вот. Хорош, ребят, уже почти половину прошли. Сейчас главное не делать резких движений. А я их делаю, понимаете, Потому что нереально их не сделать. Так как тут все опасно. Раз, два, прыжок. Отлично. Прыжок. Вот, почти. Shift! Я прошел. Ты чё падаешь? Куда нам? Панды! А, панды! Так, панды. Блин, я что-то не врубаю, что делать? Стоп. Так, секундочку. А получится, панда прыгает. Прыгает она сюда вот. Я сейчас так вот на шифте прохожу. Сюда вот перепрыгиваю. Вас сильно много. Это нереально. Опа, пошел. Хорош. Видели, я перепрыгнул. Получилось было. Сейчас, смотрите. Раз, два, три. Пошел. Я понял. Он сейчас прыгает сюда, а я на него прям, да? Так, он прыгает сюда, я на него. Давай. Опа. Да не на него, да на другого, на белого. Давай. Опа, получилось. Я почти это сделал, это был просто рандом реальный. Хорош. Так, еще раз. Ребят, я не сдамся, пока не пройду до 20 левела сегодня. Так, сейчас, ребят, ловим тайминг. Тайминг и все. Раз, два, прыгай, брат. Да, где, что делать, я не знаю. А дальше куда? Подождите, дальше, получается, идем направо. Потом... я не знаю, как это пройти. Так, раз. Я не знаю, ребята, там сильно далеко, подождите, там реально сильно далеко. Это нереально. Так, хорош. Еще разок, раз. Раз, два, три. Нет, раз, два, три. Раз, два, три. Это сильно, это было сильно жестко. Так, ой, получилось, было, почти получилось. Так, вот сейчас мы напрыгиваем на него, перепрыгиваем, грёбаные шипы сверху, вы меня бесите. Так, ребят, что нам нужно сделать, чтобы пройти? Я не знаю. Ага, я подпрыгиваю вверх, там жду его и на нем получится, на нем, да, на нем вот так, да? Вот, получается. Наверх прячься, хорош. Дальше на него, да? Вот так.
Да, я это сделал! Я это сделал. Так, 20 левел, ребят. Го, пройдем его крайним. А куда нам идти? Кто-то знает? Может быть вниз? Вроде бы вниз, видите, там нанизу какая-то херня торчит. Вот нам на нее, да? Вот так вот, да? А как нам на нее упасть? А я не знаю, как прийти, как на нее упасть. Опа, упал. А что дальше? Это что? О, что это такое? Где я? Что это? Что это? Ой. 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 Слушай, что-то сложно. Куда нам? Нам направо или налево? Я запутался, стоп. Так, мы идем. Где я? Пружинка. Хорош. Вот сюда, да? Где я? И что это было? Алло, что это было? Я не знаю, что это было, ребят, но... А, я понял, как пройти. Вот, нам нужно же на эти херни прыгать. Где я только что был, ребят? Я не знаю, это был какой-то ад. Это было что-то... Опа! Это был... А, почти поймал. Это было что-то нереальное. Просто no real. No real. Да, я не... А что она сразу так падает? А что, она прям сразу спавнится, что ли? Вот так вот. Так, 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 наверх. Перепрыгиваем. Так, все, ребят, собрался. Вот на эту. Не-не-не-не-не-не, стоп, вся, все, собрались. На резкое движение мы не делаем, не паникуем. О! Отлично. Нам нужно теперь на правую и на последнюю. Ну, последняя это есть правая. Все так медленно, все так опасно. Опа. Ой-ой-ой, аккуратно. Да почему ты не цепляешься, бомбит. Бомбит уже. Опа. Опа. А почему она упала? Еще разок. Теперь сюда вот. Ой. Ой. Так, ребят, смотрите, мы сейчас подрубили скилл. У нас теперь работает скилл, мы прыгаем сюда, вот, правильно? Вот сюда, вот нас эта колючая штука не зацепит. Не, она же не зацепит, а низ зацепит, походу зацепила бы, так. Отсюда мы прыгаем прямо на нее. Так, окей, окей, ребят, собрались. Без пукана, без горячего пукана. Мы сейчас работаем на скилле. Все у нас хорошо. Так, вот получается, на нижней мы держимся, так как, чтобы нас верхней не цепляло. Потом мы, получается... Го, разгонимся, разгон, ребят! Или нет, я не допрыгну, я ж не допрыгну, вы что, смеетесь? А, я ж на нее падал! Вы видели, да, я на нее упал, нормально все было, прямо на нее. Так, еще разок, давай, сюда вот, хорош. Теперь нужно вниз, чтобы нас не зацепило, правильно? А, отсюда нам нужно, наверное, куда-то в хорошее место, правильно? А тут нас не зацепит, стоп, нас тут не цеп... Нас тут не цепляет! Обманщики! Так, прыжок... Так, стоп, а я уже немножко начинаю понимать. Я начинаю понимать, смотрите. Нам нужно, получается, туда прыгать, а потом куда? Как он упал. Ладно, я понял, я же хотел на нижнюю всего лишь. Понял, так, раз, два, три. Вот сюда вот, все, Так, все. Ребят, мой пукан совершенно спокойствен, совершенно не напряжен, он вообще в адекватном состоянии. Сейчас мы берем и проходим этот левел. Так, нас на нижней не цепляет, мы это уже усекли, мы это уже поняли, а там, где нас не цепляет? Вот сейчас! это было рано, ребят. Походу, это было рано, серьезно. Так, нам нужно подождать нужного момента, поймать тайминг и пролететь туда, понимаете, пролететь. Ага. Повторяюсь, на нижней не цепляет, на нижней можно не беспокоиться. Не беспокоиться. Не беспокоимся. А нас может не зацепить, или зацепит, стоп. Вот сейчас! Да, получилось! Куда? Куда дальше? Стоп! Так, вот, а, пожалуйста, спокойно! Спокойно! Нас не зацепит! Нас не зацепило, хорош! Куда дальше? Дальше куда? Дебилы! Капец! Да, мне бомбит... Так, смотрите, я могу отсюда, по идее, в теории, вот отсюда вот так выпрыгивать налево и вниз, да? Нужно отучить этот прием, вот так вверх... Получится вверх, налево, ага, можно, все. Получится, мы там так и сделаем и сразу прыгнем на правую платформу. Наверное, именно в этом весь прикол. Так, нас, повторяюсь, не цепляет, мы тут не боимся совершенно. А отсюда мы прыгаем вроде бы вверх и, ребят, ловим тайминг. А как поймать этот тайминг? Я уже не помню. О нет. Все, ребят, последняя, крайняя попыточка, наверное, да? Сюда вот падаем, на низ переползаем. Теперь мы спокойненько прыгаем на правую сторону, не напрягаясь совершенно ни о чем. Эта штука нас не тронет. Аккуратно, хорош, молодец, красавчик. Мы ждем тайминга, прыгаем на верхнюю херню. Тайминг проходит, мы прыгаем, ловим этот тайминг. Мы прыгаем сюда вот налево. Нет, аккуратно. Так, сюда вот. Совершенно спокойненько. Не-не-не-не-не-не. Так, нас не цепляет. Мы перепрыгиваем, получится, вот сюда.
Так, смотрите, в чем была наша проблема. Наша проблема была в том, что мы не смогли перепрыгнуть с левой стороны на правую. В этом реально большой конфуз. И как нам его избежать, если я не умею перепрыгивать слева направо нормально? Нас там что-то цепляет. Нас там реально что-то берет и цепляет. Ждем тайминга. Подождали тайминг. Слушай, ну хоть отсюда уже доходим. Так, посмотрите, мы сейчас аккуратненько. Опа, хорош! Хорош! Получилось! Ты куда? Ты куда? Ты что, дебил? Куда ты упал? Все, видели, видели, у меня получилось. Я. Там просто нужен легенький, легенький прыжок. Вот, вот такой прыжочек, видите, легенький. Вот мы так делаем, и все просто в шоколаде, понимаете, в шоколаде. Смотрите, раз. Сейчас вот тайминг. Наверх. Прыжок. Сюда вот. Тут мы используем, получится, маленький прыжок, перепрыгиваем на правую сторону. Ты какого хера не цепляешься? Я не понял, в чем проблема? А че он не цепляется? Что с ним не так? Может быть, мы опять же сделали что-то не так? Так, нужно еще раз проверить. Ну, видите, зато мы уже можем допрыгивать хотя бы до туда. Это уже прогресс, ребята, это уже прогресс. Так. Наверх. Теперь нам нужно раз, два, три. Отлично. Аккуратненько, аккуратно. Получилось, да ладно. Так, теперь главное сейчас... Вот это, ребят, наш шанс. Должно получиться, должно, должно. Быстрее налево, там же херня, она меня цепляет. Дебил, что ли? Отлично. Вот можно без приколов. Прыгай! Фух. Мы, ребят, прошли. В итоге мы в этом видео открыли новый варпоинт. Мы это сделали, ребят. В первой части прошли первый варпоинт. Во второй части прошли второй. И в этой третьей части нас ждет что-то крайне интересное, как вы заметили. Вода. А далее то, что мы увидим в следующей серии, ребят. Так что ставьте лайков, больше серий, ребят. Всем удачки, хорошего настроения. Всем покусики.